Всем привет! Через 4 дня начнется Гран-при Венгрии. Я хочу по уже такой сложившейся традиции прокатить по этой трассе на машинах классической формулы. Пять кругов. Посмотрим. Трасса отличная. Она не очень скоростная, но из-за того, что там один поворот плавно перетекает в другой, на ней очень интересно пилотировать. Ага, в этих ее нету. Гран-при Китая. Вот она, Венгрия. Настройки там требуются примерно как в Монако. В игре, по-моему, ездил не настраивая. Так что сейчас опять же. Ага. Первые пять кругов хотя бы просто проехать, посмотреть, как она сделана. Дожмем чуть-чуть крыло. Торможение, но вот это... Ага, давление тормозов. Все нормально. Задний чуть уменьшу, чтобы жопу не носила. Подвеска. КПП. Вот с КПП, конечно, сложно будет ее на удачу настроить. Пробую так. Регулировка чего-то там. Развал схождения. До свидос. Душ поменяйте. Я ни разу на этой трассе в этой игре не ездил, но в тех формулах, когда гонял раньше, трасса очень нравилась. Здесь очень мало мест, где можно обогнать. Ох ты. Видимо, недостаточно прижался, выносит меня. Ай-яй.
Да прямо до первой. Тут на третьей надо проходить. Обычно третья и четвертая, но я как-то этот поворот должен в пол. Здесь одну вниз и газ. Без трекшек контроля даже на асфальте машину заносит, когда на газ в повороте даешь. Пока по настройкам не знаю, не вижу, что пошевелить. Фига себе, за круг на 7 секунд от меня уехали. По-моему, пятая быстро заканчивается у меня. А, то есть последние едут всего лишь на секунду хуже, чем лучший круг. Да, попробовал пройти его в пол. Да как вся ваша игра. Ну как же это тупо, а? И время нельзя увеличить вот этой записываемой отрезка, на который потом можно вернуться.
Смотрю максималку. Да, ощущения отвратные. И пока даже не могу понять, где бы их можно улучшить. Отличный, даже не дали поправить этот настройки машины. Попробуем за счет пилотажа что-нибудь сделать. Все, и вот по скрипту прямо едет, уже остановился. Почти полностью, все равно руль не дает повернуть. А здесь уже в этих червяках их не обогнать. Они будут пихаться до последнего. Опять на этой квадрате, блин, душит скорость. Да что за управление в игре? Если резину блокируешь, должно прямо нести. Все, уехали все стадо. Thank you.
Скорость давно сброшена, блокировки давно нет, а машина все равно едет по прямой. Опять они в последней связке, от меня все уехали. Пытаюсь быстрее их пройти. В онлайн, наверное, с людьми еще можно в нее играть, потому что все над этим идиотизмом пичкаются. На каждом круге одно и то же. И не дает газ нажать. Да какая ваша разница, что и как я буду выезжать с этих карманов? Сбили весь ритм. Хуже парижского дворника. Приходится тупо проходить, передачу сбрасывать до того, как начинаешь поворачивать. Это очень неправильно. И к большой потере времени идет. Хоть бы ошиблись, чтобы хоть шанс дать какой-то подобраться. Нет, идут с разницей в 1,2. То есть ты или первый, или последний. Тут в середине приехать шансов нет. А не паровозом мчаться. По-моему, она уже и в поворотах душит газ. Ну, хотя у меня все отключены, помощи не может такого быть. И еще что бесит, то что у них
Вот, два раза проехал по одной и той же трассе, сейчас будет максимальное время, разница вон в полсекунды. То не ехали. Вот 30.0 лучший круг внизу. 35. Всего один человек, 32 было, 31 с кусочком. Сейчас попробую чуть крылья зажать, чтобы в поворотах побыстрее, побольше газа сжимать. Хотя вот не нравится мне, требую как бы. Они, может, просто не смогли. Вот есть же какой-то уровень у людей, вот просто не смогли не сделать. Картинку смогли, а на физику вот не хватило. Ну, офигенно, чё. Вообще сейчас не увижу. Хотя морды будут сносить. Да, сейчас поменяем. Я надеюсь, она хотя бы дождевые и сухие настройки отдельно хранит. Просто не вижу. Ну все, они распихались сейчас. Станут, будут ехать чуть-чуть быстрее, чуть-чуть медленнее, вернее, чем по сухой, а я буду мучиться. То есть медленно нажимаешь на газ, она не едет, чуть-чуть сильнее, она сразу в пробуксовку. Прямую нельзя настроить отзыва. Прокатимся в одиночестве. Скорость была 40 км/ч. Машина не управляется, она скриптом просто везет ее вперед.
Вот колеса сразу блокируются. Или в пробуксовке, или в блокировке. Да здесь-то... Опять, пока до 50, там чуть ниже 60 не упадет скорость, она не управляется вообще. Ее по прямой тянет. То есть ребята не смогли написать физику вот критических состояний, они просто заменили эти моменты на скрипты и все. И скрипты работают до тех пор, пока их обратно более-менее вот не вернется в рамки физики, которую они смогли написать, поведение машины. Вот, я торможу сейчас несколькими нажатиями. В тот момент, когда я отпускаю, она должна начинать управляться. Не происходит, она по прямой едет, просто с небольшими торможениями. Попробую в полпедали проехать. Вот опять ехала по прямой, пока вот скорость не совпала, не переключился скрипт на обратно на физику. И руль дернула, хотя он был повернут давным-давно. Машина начала поворачивать. 1.39 лучший круг в ливень. На 8 секунд всего хуже. Ну хотя трасса короткая. Вот при одном и том же нажатии на педаль происходит разный эффект. Самые отвратительные смотрины. Просто на каждом участке трассы вот эти костыли вылазят. Кодмастеровские. Ну катится машина, зачем ее тормозить-то искусственно? Опять забрали скорость.
Вот каждый раз по-новому в повороте вылетаю, а каждый все равно натянет до одного и того же места по одной и той же траектории. Ничего не сделаешь. Ни сброс газа не помогает, ни рулем работа. Я педаль нажимаю, машина не едет. Чуть-чуть сильнее нажимаю, она в пробуксовку входит. Никакого вот... Она должна на педали очень отзывчивая быть. Ее погладил, она поехала. А тут нифига. Такое ощущение, что кнопочки, что управление кнопками просто сделали с педалями. Педаль нажимаешь до определенного момента и срабатывает. Просто в игре кнопка вот опять. Машина едет, пока не остановилась, руль был повернут, а колеса не поворачивали до скорости там 40 с чем-то км в час. Вот опять. Ради интереса скачаю, наверное, 2015 или 16 года. И посмотрю, не сделали что-нибудь с физикой, или она все такая же. Хотя там нет старых машин, мне интересно в те машины гонять. Современные, они совершенно скучные. Да, на 11 секунд хуже, чем они. Я думал, это наоборот станет такой одной из самых интересных трасс. А на ней вылезли все самые неприятные моменты в игре. Попробую подзажаться. КПП просто даже не представляю, какую поставлю, как есть. Вот прям точно, как сказал, у меня сейчас прям все сложилось. Управление кнопочное, просто переведено на педали. Нажимаешь педали, срабатывает кнопка в игре, и поворот, и газ, поэтому он такой... Естественно, это программно сглажено, но...
вот не дает прям разгоняться. Нажимаю на газ, а она не дает, потому что... На пятой передаче полный газ, а на газ не дает полный на этой передаче, который должен быть. Потому что ступенчато все-таки все происходит, поэтому боты смогли отъехать. Крылья на тройке должен тут вообще помещаться хорошо. Как его выключить, этого идиота? Опять вот поддушило на четвертую на пике. Третью сейчас душит. Тут я педаль почти полностью нажал. Надо посмотреть, может, помощь включилась сама как-нибудь. Я педаль там где-то 20% уже хода, а изменения в оборотах не слышу, то есть она не реагирует на нее. Ну, конечно. Потому что вы мне подсунули мертвую лошадь.
Души. Тут педаль уже почти полностью нажата. Сейчас она сразу отпустит, и поэтому, так как педаль нажата, она сразу в пробуксовку задних колес рванет. Да ну... Все в порядке. Двигатель остановлен, повторяю. Двигатель. Гадость ваша, заливная рыба. Машина на прогретой резине, на нормальной скорости. О, да. Ее мотает как портовую девушку легкого поведения. Опять душит. Это невозможно. Надо смотреть. Если помощь эта отключена считается, то... Такие трассы в игре, видимо, придется пропускать. То есть она не дает подгазовывать в повороте, вот в чем. Причем не в каждом. Лучше круг на секунду приехал последним. Все, еще раз пробую. Ставлю сухую трассу. Теми же настройками, как сейчас. Вот сложность по выбору. Что там? Отключено. Что там 4 было? Возвраты. Все отключено, то есть это просто ограничение минут, как я, видимо, угадал. Они просто заменяют часть физики на скрипты там, где им удобно. Видимо, той физики, какой они написали, слишком было несовпадение. Настоящим результатом. А может вообще повторяемости было никакой, потому что было, что на одной и той же трассе, на одних и тех же условиях, у них разница на круге там в 3 секунды. Одна между гонками. Это ничем не объяснимо. Я надеюсь, предыдущие настройки сохранены мои. Фу, там сказали Codemasters. Поменять.
Посмотрим, насколько угадал в этот раз. Ага, внимание за сокращение дистанции. Где же я сократил? Едя по прямой. Игра уже не знает, где ей загоняться. Вот не дает опять газ нажимать. Вот как он с места так улетает? Болтался на одной скорости со мной в повороте, потом прыг. Ай. Вот скорости нет, его же вынесло на внешний радиус. Нет, он все равно из последних сил его перетащило на внешний, не дать, чтобы не дать обогнать. Ну-ка, слипстрим нам изобразите. Ага, хер там. Игра не про это. Игра не про гонки, игра про другое. Хотя слипстрим в те годы был очень заметный, потому что аэродинамика была не настолько совершенная, как сейчас.
Эти связки совершенно по-другому проходятся. Они проходятся с газом, с переключениями. А из-за того, что тут газ не работает, приходится вот так вот их катить. Как на автобусе школьном. Здесь должна быть вторая, но вторую не могу включить, потому что у меня сразу колеса улетят в пробуксовку. Знай наших. Круг не великолепный, лучше, но главное стабильность. Вот такие получились смотрины, нервные, расстраивающие, потому что, ну, красиво сделана игра, но настолько убога. Самые нужные моменты, от которых хотелось бы получать удовольствие, они заскриптованы просто в дым. Но тем не менее, трассу посмотрели, удалось даже вон прикатить. 6 секунд привести за 5 кругов. Но это все из-за совершенно тупой логики бот. Их на трассе нет, это случайным образом просто распределяется время между ними, там, в зависимости от того, как едет игрок. Но последний вот более-менее еще где-то там процентов на, может быть, на 40. Последнюю гонку, вот последний поворот я уже нашел более-менее проход. Остальные пришлось так вот компромиссно прокатывать. В общем, трасса Хунгаринг в эти выходные. Смотрите. А сейчас спасибо за внимание, всего хорошего. Удачи вам и пока.